Нам нужны деньги. Мне пришлось это сделать. Да, без денег никак. $40. Здрасте. Можно снять номер? Стоит $40. Сразу. Мне нужно ваше имя и адрес. Опачки. Какая подпись. И будьте добры, документы. Забыла? Мы очень спешили. В общем, я дома забыла. Ничего. Завтра разберемся. Хорошо. Завтра разберемся. Спокойной ночи. И вам спокойной. Спасибо. Идем, Алиса. А он тебе поверил? Этого я не знаю. Но сегодня ты будешь спать в тепле. Да, это все лучше, чем на улице под дождем. Ну-ка, давай мне куртку. Есть шоколадка? Дать тебе? Надо раздеться, все промокло насквозь. Развешу в ванной сушиться. Почему он меня не любил?
почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. А почему нельзя просто жить? Не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Надо поспать. Я выключаю свет. Где же этот свет-то включается? Ноября 38 года, 3:34 ночи. Ну, судя по всему, это у нас Маркус, так перезагружаем. Сейчас мы будем ползти, чтобы искать себе запчасти. Да, человек себе так не выглядит. Судя по всему, это свалка анкоидов. Далеко будущее, 2038 год. Снять. Нога, судя по всему, так было совместимо.
несовместимо, Леонардо. Так, я возьму это. Жить даже андроиды. Так, оптический блок совместим. Привет, я андроид AG700. Создан служить вам. Жду ваших приказов. Обнаружен сбой в моей программе. Обратитесь в ближайший центр поддержки Киберлайфа. Thank you.
Осталось мертвым.